К другим темам энергетики восстановили подачу электричества в Якутске и близлежащих районах. Напомним, что накануне электроснабжение было частично ограничено в столице республики, а также в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Горном районах. Причину отключения выясняют. В течение часа после отключения основной объем потребителей был подключен по временной схеме, а уже к 11 часам ночи после проведения аварийно-восстановительных работ на высоковольтных линиях электропередачи энергоснабжение восстановили полностью, сообщает пресс-служба центральных электросетей Якутскэнерго.